Дональд Трамп по-прежнему мечтает купить Гренландию. В своем твиттере президент США выложил фотоколлаж, на котором высокая башня с его именем стоит на фоне небольших гренландских домиков. Подпись к фото гласит: «Я обещаю не делать этого с Гренландией». Многие расценивают предложение Трампа как шутку, но датские власти уже сообщили о невозможности подобной сделки.